Или что-то особенное, что никто не увидел, а вы увидели на этой выставке, допустим. Есть что-то такое? Ну, Валера сделал... Раньше он не делал пастели, сейчас у него много работы в пастельной технике. Угу. Пастельная техника очень капризная, она требует особой подготовки. Но он и прекрасно это, и с этим справляется. Его работы легко воспринимается состояние природы, хорошее чувство цвета и в то же время рисунка. И графическая, и живописная сторона у него очень на высоком уровне. Он график по образованию. У него всегда сочетание и живописи, и графики. И он, если можно так сказать, в колористике занимает противоположную сторону, скажем, если сравнивать с вашими работами. Я прав? Ну, у него угу. Живопись, как можно сказать, такая рисуночная живопись. Есть такое понятие, но немножко суховато. Но у него такой, такой стиль, такой вот. Голубое, розовое, такое легкое, все воздушное. Такое восприятие, да. Ну, хотелось бы там, конечно, поглубже так вот, как, например, у Николая Константиновича, с которым он жил раньше. Но он уже человек другой эпохи, другой формации, другого социального уклада, поэтому это все отражается в его работах. Николай Константинович, что-то совсем другое. Там совсем другая эпоха, другое время. Лена, она работает в этой капризной технике, акварелью намного работала. У нее такое, конечно, хорошее чувство пятна, такого самое, силуэта она так чувствует. Такого покрепчего рисунок. Спасибо.